Третий слушает. Здравствуй, полковник. Здравия желаю, товарищ первый. Как настроение? Отлично. Как-никак уже у порога дома. Ну тогда слушай приказ. Слушаю вас. Необходимо взять языка. На этот раз из латышских легионеров. Срочно, не откладывай. Ну... Я знаю, что они далеко и что ты хочешь сказать. Да. Но готовится большая операция. Наступление на территории Латвии. Ясно? Ясно. Будет сделано, товарищ первый. Ну хорошо. Командир разведроты ко мне, быстро. Слушаюсь. Товарищ полковник, старший лейтенант Банга по вашему приказанию прибыл. Присаживайся, Артур. Разговор есть. Нужно провернуть один лихой фокус. Помнишь мой неудачный побег из-под ареста? На сей раз постарайся без промаха. Что ты стоишь? Садись, Артур. Понимаешь, Ян, не один я. Не успеем нас спуститься далеко, а пусть сладко зацветает далеко. Разрешите, товарищ полковник, поздравить вас с нашим старинным народным праздником. От всех Янов разведроты. Спасибо, ребят, спасибо. Сегодня, откровенно говоря, мне не по себе. Смотрю на карту и вот вижу родной дом. Вон он, 158 километров, если по прямой. По прямой? Вот наш рыбацкий поселок. А мы еще ближе, вот тут. А мне далеко, вон куда. Угу. По старому обычаю, настоящий Ян должен угощать пивом и сыром. Но, увы. Ну, а почему вы, товарищ полковник? Мы не прочь покрепче. Потому, увы, что эту штуку мы откроем чуть-чуть попозже. Когда вернетесь с задания, приказано взять языка. Сегодня? Да. В такой праздник? Вот здесь мы. А здесь немцы поставили наших землячков из латышского легиона. И именно отсюда и приказано взять языка. Это же 20 километров за линией фронта. Да. Это уже территория Латвии. Но командованию нужны данные. Именно о латышских формированиях у немцев. В том-то и штука. Ясно. Не забудьте, что нам топать около 20 километров. Мы уходим на целые сутки. Все в порядке. Провиант уже здесь. Ну, Эльмар, ты всегда знаешь, что самое главное в жизни. Сбор через 5 минут. Есть. Юрис. Я. Отнеси к замполиту. О, красивая женщина. Жена? Ну, ясно, невеста. Ступай, ступай. Ты хочешь мне что-то сказать? Говори. Нет. Я просто подумал. Какая-то странная получается ситуация. Вот если ты останешься в живых, и я останусь в живых, и найду Бируту, а ты Марту. Всем мы будем жить в одном поселке. Подожди, Лайман. Дай сказать. Вот я встречу ее вместе с тобой. Буду спрашивать, как здоровье, как дела? А сам буду думать, ведь в доме Марты допрашивали отца Бируты. И оттуда повели его на расстрел. С
смогу ли я это все забыть? А забыть надо. Иначе, как же мы с тобой? Ты должен это знать. Да. Если ты останешься в живых, если я останусь, если мы найдем, сплошные если. Надо идти. Нас ребята ждут. Знаешь, где я прошлым летом праздновал? В Гамбурге. В Гамбурге? Угу. Вот интересно. Да, очень. Всю ночь сидел в пивной и пытался объяснить глухому официанту, что такое лига для латышей. Ну и что? Он понял? Ты не знаешь, что это такое.
Днем и ночью 2 года. Жить среди чужих. Даже березы там чужие. Как это? А вот, вроде бы такие же. И все же нет. За что? Ну, за что они угнали тебя туда? Я сам поехал. Сам. Понимаешь? Нет. Хотел поездить. Мир посмотреть. Мы были... Ну, как это? Первые ласточки. Трудовые посланцы нашего народа. Ой, как я упрашивал одного доброго дядю, чтобы он напечатал мое фото в газете. Ох, дураком я был. Дураком. А теперь ты умный. А ты знаешь, как я оттуда выбрался? Нет. Только ты не будешь смеяться? Ну? Меня один француз научил. Так я себе такой понос устроил, что все врачи разбежались. Только вот в одном не повезло. Как вернулся в Латвию, немцы здесь объявили мобилизацию. Я. Ну? Я уже говорил с отцом. Мы тебя спрячем, так что никто тебя не найдет. Ну, сколько еще немцы продержатся, а? А что потом? Ну, потом ты русским все объяснишь. Тебя ведь забрали. Ну, ты же ни в чем не виноват. Ну, я... Ничего теперь не объяснишь. Да и не хочу я никому ничего объяснять. Никому. А что же теперь будет? Будет то, что я останусь с ребятами. До конца. Может, хоть на этот раз попаду в газету, а? Я... Милый, я прошу тебя... Надо. Не мучь меня. Мне и так тяжело. Ну, пожалуйста, родной. Никто никогда этого не поймет. Никогда. Тогда иди. Ян, уходишь? Да. Пойду. Я пойду. Ты во всем году не слышишь лего, лего, мочи ямовой короче лиго. Лиго, лиго.
опустится. Лиго, Лиго, как уж зорька зацветает, Лиго. Ян! Крути, крути. А ноги, ноги, бросай в ребят. Я веревка. Быстро надо уходить. Тяжелый какой. Давай, присед, давай. Уходим. Отходите. Я прикрою. Окружить! Я сказал, уходить всем. Ты поссориться хочешь? Отходим. Мне твоя затея совсем не нравится. Успокойся, пожалуйста. Русская артиллерия становится все слышнее. Отступающих войск я не вижу. Не отступающих, а планомерно выравнивающих линию фронта. Не сейте панику, господа. По-моему, мы уже совсем близко к линии фронта. Не волнуйтесь, друзья. Я все сделаю мигом. А что именно? Я должен кое-что взять из дому. Машина уже и так переполнена. Я должен кое-что взять. Взять надо все. А вы не помните, сколько стоил фунт золота до войны? В долларах. Заткнись ты со своим золотом. Ну-ну, не ори. Скажи, Рихард, ради чего ты рискуешь своей головой? Надо. Черт побери, а куда мы едем? Куда мы едем, Рихард? За печкою поет сверчок, угомонись, не плачь, сынок, вон за окном морозная, светлая ночка звездная, светлая ночка. Спасибо.
не надо. Разбудишь его. Да. Долгие проводы. Лишние слезы. Марта, может быть, вы все-таки со мной? Ну, ты же... Нет. Ты же понимаешь, мне нельзя оставаться. А что же с тобой будет? Папа, папа! Дочка. Дочка. Жизнь сначала не начнешь. Поздно. Ну. Вот и приехали. Только быстро. Ну что, готовы? Кто готов, а кто и нет. Рихард. Хорошо, что вы уже собрались. Слава богу, что ты здесь, Рихард. Я как раз приехал вам помочь. Где Эдгар? Он спит. На лошади вы далеко не уедете. Они ближе, чем вам кажется. Понимаешь, Рихард, тут такое дело. Собственно, я еду один, а она... Как? Ты остаешься. Так. Понятно. Его ждешь. На него надеешься. Ради него разбила нашу семью. Семьи никогда у нас не было. Безмозглая! Ты думаешь, Артур спасет тебя? Ни черта! Тебе же клеймо. На всю жизнь ты моя жена. Бывшая. Для меня бывшая. Но не для них. Между прочим, не забудь про отца. От него-то уж ты никак не открестишься. Подтвердите сей факт своей доченьке, господин староста. Не кричи. Мальчик спит. Марта, подумай о себе, о своем сыне. Кем он вырастет при них? Уезжай, Рихард.
Чья лошадь? Лошадь не моя. Говорите с хозяином, он там, в доме. Какие еще разговоры? Русские в 5 километрах отсюда, а у нас раненые. Разгрузить телегу. Ганс, разгрузить телегу. Что вы делаете? Петерс, Петерс, что вы делаете? Это вон отсюда! Вещи. Я же тоже уезжаю. Что вы, Рихард? Рихард, может быть, в вашу машину поместится? Да, Рихард! Рихард! Рихард, помоги, ладно, я! Ладно, только ну, без сумма, вы? Без сумма! Что вы стоите? Рихард! Манфред, скажи пару слов этому бешеному лейтенанту. Пусть поищет лошадь у соседей. Иначе, сам понимаешь, мой бывший тесть вцепится в эту машину, как клещ. В моем мундире СД разговаривать с этими психопатами из окопов. Спасибо, друг. Быстрее! Быстрее! Куда вы? Не оставляйте меня! Не оставляйте меня! Что я буду делать? Пропадам! Тихо как. Уже второй день ни одного выстрела. И нет никого. Ни наших, ни немцев. Может, война кончилась? Вряд ли. Сон такой странный я видела. Мы так же сидели, разговаривали. Вот и вот ты мне все наврала. И насчет раненого, которого спрятала. И что Артур к тебе приходил. И что Лайман с ним. Это потому, что ты его слишком долго ждала. А почему мать Артура мне об этом не говорила? Ну, что она могла тебе сказать? Пока раненый у нее был, надо было молчать. А когда его у меня спрятали, также надо было молчать. Так молча и жила все время. А знаешь, Марта, не было никакого сна. Я просто хотела, чтобы ты мне еще раз рассказала про Лайман. Ну, что я могу тебе сказать? Вернется твой Лайман, мой Артур. Все опять будет хорошо. Нет, не будет. Как прежде не будет. И отца моего из земли не поднять.
Душно. Ничего не поделаешь. Скоро будет дождь. Здорово было бы в речке искупаться. Ты что, вода уже холодная. Не укачала? Нет. Теперь уже скоро. Учить детей, Илга, не каждый сможет. А кто у вас раньше? Ну, в деревне. Детей учил. Раньше-то? Раньше-то у нас такой учитель был. Его все побережье знало. Учитель Акминлаукс. Жарко. Да, жарко. Да ты не тужи. Тебе там неплохо будет. Школа, слава богу, уцелела. Войне скоро конец. Вернутся наши парни, и мы найдем тебе жениха. А я вашего сына знаю. Да? Он принимал меня в комсомол перед самой войной. Держи баранку, я сейчас! Испугалась? Глобус жалко. Не жалей, по нему мы не только географию, по нему и историю изучать будем. Учить нужно. Если стрелять, то только наверняка. А, черт, они вроде близко были. Если не видишь, то глаза лечить надо. Да машина так прыгала, что даже самый лучший снайпер не попал бы. Кажется, к обеду поспели. Да, вкусно пахнет. Ну-ка, подхвати. Давай. Держу. Эх, Озлс, если б ты видел, сколько сахара мимо прошло. Откуда ты знаешь, что сахар? Да он продырявил мешки. Теперь вся дорога, как сладкий пирог. Сахар. У нас и соли нет. Не горюй, старик. Будет. У нас и соль будет, и сахар будет, и свиная тушенка в банках. И вообще придет время, когда мы опять станем людьми. А пока, старик, расскажи-ка новости. Первая новость такая. Батарея у радио села. Еле дослушал. Ну и что ты услышал? Русские передают только песни. И хвастаются, что бои уже идут в Восточной Пруссии. А немцы? Эти тоже хвастаются. Мол, превратили нашу Курляндию в неприступную крепость. Ждут новое оружие. Курляндия стала трамплином для возмездия. Трамплин или мешок? Неважно. Пусть подольше продержатся в Латвии. Пока они здесь, наша борьба не окончена. И в лесах мы не одни. Я вам скажу, что в истории всегда бывают неожиданные повороты. А теперь скажу тебе как трактирщик. Ну? Бывший. Слушай, разве это каша? Это знаешь что? Это дерьмо желтой курицы. Так соли. А я же тебя не упрекаю. Я просто размышляю. Да. Знаешь, если машины с продуктами приходят в поселки, то появляется возможность их взять. А как ты узнаешь, в какой? Вот это и узнать надо. Ты единственный из нас, у кого на побережье есть близкий человек. Дочь. Что? Что ты? Ты хочешь, чтобы я... Конечно. Конечно. Конечно, пойдешь. Узнаешь, какие продукты привозят. Не-не-не. Какие не, магазины. Не надо. Ставят ли никуда они... Я, никуда ставят я не ли пойду. Охрану. Не-не. Пойми, не может быть, чтобы в такое трудное время женщина ничего не знала насчет продуктов. Быть не может этого. Как я пойду? Ты же знаешь, я инвалид. Знаю, такой... но это ногой. Моя первая и единственная просьба за все время. Нет. И ее надо выполнить. Понимаешь? Выполнить. Спрятать раненого советского человека и где? В доме Озлса? Не верю. Вам самому надо с Мартой поговорить. Конечно, поговорю.
И по долгу службы, и просто как отец. Если верить всему, она единственная в поселке, кто знал о судьбе Лаймана. Марта видела, как раненый Лайман ушли вместе с Артуром. А ты знаешь, почему я сюда приехал? Нет. Чтобы выяснить, кто есть кто. Как это? А вот так, девочка, кое в чем надо разобраться. Скажи-ка, кто конкретно принимал участие в расстреле твоего отца? За ним пришли Аблтон с Зигисом. Во дворе еще двое стояли. Не знаю, кто. Кажется, Бруно и Волтис. Так. И куда повели? Куда? К Озлсу. Рихард там был? Нет, он приезжал редко. А Марта была? Да. Но она тебе рассказывала, что там произошло? Нет, я не спросила, и она тоже молчала. Молчала. Понятно. Бог в помощь. Тряхнула тебя война, теперь Бога вспомнил. А тебя, видать, стороной обошла, а? А я человек маленький, ни с кем не воюю. Чего хочешь? Узнать хочу, хозяин твой где? Вот это у Бога и спрашивай. Не знаю, не хочу знать. Убежал и все. Слушай, Петерс, разве тебе все равно, что в округе делается? Людей убивают, грабят, по дорогам не проехать. Ты ведь знаешь, сколько сволочей убежало. А сколько еще по лесам болтается? А теперь я понял, что тебе надо. Агитировать пришел? Так не надрывайся зря, все равно в помощники к тебе не запишусь. Марта, иди сюда. Вот наш товарищ Калныш интересуется твоим отцом. Так что ему сказать? Иди. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну-ка, иди сюда, иди, иди. А? А? Опа! Как тебя зовут? Эдгар Лосберг. Хорошее имя. Нет, Лосберг это не имя. Лосберг это фамилия. Да. Эдгар. Эдгар. Отнеси домой. Я пришел сюда, чтобы вам всем сообщить, что любая поддержка, даже малейшая связь с бандитами из леса, будет караться по всей строгости закона нашей страны. На каком? Почему вы утверждаете, что мой отец связан с бандитами? Я этого не сказал. Но если бы я знал точно, иначе бы разговаривал с вами. До свидания. До свидания, Петерс. До свидания. Thank you.
Кто там? Петерс, это ты? Что здесь происходит? Добрый вечер, это я, Петерс. Что здесь происходит, я спрашиваю? Ничего. А тебе какое дело? Это мой дом. Ты так думаешь? Да. Отдай оружие, быстро. А ну-ка, уходи прочь. Будем считать, что мы друг друга не видали. Не дури, хозяин. Все равно стрелять ты не будешь. Почему ты так думаешь? Весь народ поднимешь. Но на своей скрипучей деревянной ноге далеко не убежать тебе. Отдай оружие. Дурак ты, Петерс. Если пальцем меня тронешь, придут они. Подумай о себе. А Берни, подумай. Не пугай, хозяин. Раньше я тебя боялся. А теперь... Побойся Бога. А теперь ты думаешь о Боге. А где твой Бог был, когда ты спал с моей женой? Вранье! Вранье! Какой негодяй тебе это сказал? Эрна сама мне призналась. Да. И теперь за Эрну ты хочешь отомстить? Заткнись! Я рассчитался уже с тобой в ту ночь, когда твой дом сгорел. Да. Что? Что ты сказал? Да, да, да. Это я. Я поджег твой дом. А теперь пошли! Пошли, я тебе говорю! Петерс. Не надо, Петерс, будь человеком. Прости меня за все. Прости меня за все. Не за себя прошу. Марту, Марту погубишь. Внука, внука моего, внука. А когда ты пришел сюда, ты о них подумал? Ты ведь под удар поставил их. Пошли! Ради Христа, Петерс, ради Христа. Будь человеком. Будь, отпусти, отпусти, Петерс. Я тебе все расскажу. А ты расскажешь? Все, все, как на исповеди. Я тебе все расскажу, Петерс. Давай, иди. Розалс. Розалс. На, выпей. Самогон с медом от простуды первое дело. Ночь. Очень сырая была. Все время туман. Ладно, 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 ладно. Теперь отдыхай. Отдыхай. Но как ты свою винтовку потерял? Я же говорю, туман. До сих пор не пойму. Я же говорю, туман. Налей еще. Налей ему. Как будто легчает. Налей. Хорошо. Летом пахнет. Ой, хорошо. Молодчина твоя, Марк. Такой гостиниц прислала. Только жалко, что она про магазин так мало знает. Она занята своим сыном. Но то, что в магазине они охрану не оставили, она точно знает? Точно. Точно. Опять Диггинс.
Передай ребятам, что налет на магазин будем делать днем. А почему? На всякий случай. Ночью в магазине охрана будет обязательно. И кроме того, пусть знают, что мы сила. И никого не боимся. Добрый день, Илга. Здравствуйте. Пришел попрощаться. Заходите. Спасибо. Посмотрим, посмотрим, какой порядок ты здесь навела. О, а ты молодец. По-хозяйски все сделала. Ну. Фу. А вы не забудьте уж там, в уезде, насчет тетради. Ах, да, и насчет чернил. Да, настырная ты. Только снабженец из меня неважный. Уж постарайтесь для родного поселка. Я тебе вот что хотел сказать на прощание. Когда будешь ребят в пионеры готовить, особенно в комсомол, не торопи их. Пусть каждый все продумает. Угу. Пойми, что для многих сейчас это почти что подвиг. Понимаю. Вам что? Да я вот к нему. Машину твою видел с солдатами. Дай, думаю, зайду. А в чем дело? Дело в том, что шофер твой сказал, что у вас стреляли по дороге, а? Это мне известно. А раз известно, должен сообразить. Продукты привез, значит, приманку оставил. А сам уезжаешь с солдатами. А что ты советуешь? Остаться надо. Ну, хотя бы денька на три. Кто тебе сказал? Будем считать, что мне приснилось. Просто не хочу, чтобы поселок без жратвы остался. И часто к тебе такие сны приходят? Нет, в первый раз. Кто сказал? Сон, я тебе говорю. Сон. И ты не ори на меня. Скажи спасибо. Что? Трусишь назвать? Запугали они тебя. У меня есть чем защищаться. Ну, хорошо. Ты скажи хоть сколько их будет. И когда придут? Я тебе рассказал весь свой сон. Больше ничего не знаю. Ну, спасибо и на том. Бог даст. Мы еще с тобой потолкуем. Что ты все Бога-то поминаешь, а? На не дурака, большевистская сволочь! Быстрей! Быстрей! Давай! Пусти! Бросай его! Садитесь! Давай. Взяли! Взяли! Ну-ка! Давайте все вместе! Уже появились!
закрыта на обед. Быстро! Давайте! Только тихо! За угол! Наверх! Открывай! Входите! Ты туда, за угол! Посмотри, что там в ящиках! Там ничего нет. Быстрее, быстрее, ребята! Вон кладок! Масло, масло бери! Без паники! Да быстрее! Так, быстро в машину! Тащи в машину! Давай, давай же! Без паники! Перестань эти конфеты брать, дурак! Ты сало бери, колбасу бери! Вот там, да, вот. На тех полках, ну! Да, мешок, мешок, все складывай, мы! Помоги мне! Сейчас пойдешь к своим и скажешь, что нет смысла сопротивляться. Иди! И пусть выходят по одному. Ребята, все, крышка, мы окружены. Что? Чекисты требуют, чтобы выходили по одному, без оружия. Свинья. Обещаю! Никого нет. Теперь в погоню. Они далеко не уйдут. Давай. Только тихо, через задний ход. Прикрой меня! Дигис! Дигис, что с тобой? Дигис! Дигис! Thank you.
Видишь, у нас все готово. Погоди. Куда тебя понесло? Куда ты? Эй, еще. Идем скорее. Рассвета мы должны быть в нейтральных водах. Имя, фамилия, год рождения. Давайте договоримся сразу. Будем придерживаться установленного при допросе порядка. Марта Лосберг, 19-го года рождения. Семейное положение. Замужем или нет? Нет. Значит, разведены? Официально нет. Не разведены, стало быть, замужем. Пишите здесь. Вы предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или за отказ от показаний. Кстати, где в данный момент находится ваш муж? Я же сказала, он мне не муж. Не будем повторяться. Когда вы в последний раз виделись с Рихардом Лосбергом? Не могу. Это... Да, дату я не помню. Это было накануне прихода советских войск. Он что, заезжал за вами? Да, за нами. Но я отказалась. И ради чего вы отказались? Я не имею ничего общего со своим бывшим мужем. Вот как. Ну, хорошо. А когда вы в последний раз видели своего отца? В тот же день, когда приехал Лосберг. А если вспомнить получше? Ну, как вспомнить получше? Отец уехал в тот же день. И вы его больше не видели. Где я могла его видеть? Где? Ну, я думаю, вам это известно не хуже меня. Где он? Что с ним? Вы что-нибудь знаете? Знаем. В лесу. В вооруженной антисоветской банде. Могу зачитать показания, взятых при налете бандитов. Вот здесь, в списке личного состава банды, имя вашего отца. Читайте.
Что вы теперь скажете? Я не знала. Ну что ж, примерно такого ответа я и ожидал. Почему вы мне не верите? А вы сами себе верите? Ничего не знаете, что ваш отец в лесу, что приходил ночью, был у вас накануне налета и стоптал весь сад возле дома. Вот, вот фотографии его следов, оставленные хромой ногой. Может быть, и это не узнаете? Ну, хорошо. Поскольку мы обязаны представить для суда объективно все данные о вас, у меня последний вопрос. Говорят, будто бы вы в период оккупации прятали у себя в доме раненого советского разведчика. Правда ли это? И кто это может подтвердить? Мать Артура Банги. К сожалению, ее уже нет в живых. Тогда только сам Артур. И еще ваш сын. Я его тогда не видела, но... Прекратите! Я обязан поставить вас в известность, что ни Артур Банга, ни мой сын Лайман Калнынь не могут являться свидетелями. Как? Почему? Они оба погибли 23 июня 44 года.